питания на картинку богатых, почему вырастают финансовые показатели моих клиентов, почему улучшается память, умственные способности улучшаются, красота улучшается. И это придуманная иллюзия, что на здоровом питании это невкусно, это скучно, и это какая-то проблема. Нет, знаете, альтернатива есть у нас, и хлеб есть альтернатива, и мясо, вы можете выбирать, или колбасу брать, или стейки делать, или розлики делать, или изделия. Везде есть альтернатива, надо знать, что входит в корзину для бедных, и что входит в корзину для богатых, и как это наш организм откликается на это. Как мы можем поменять одну корзину, убрать с рациона и получить только эту корзину, которая даст вам ресурсы, успех, сколько моих клиентов купили заводы, построили новые заводы, повышение их по службе, финансовые показатели 2, 3, 5, 15, 14 раз увеличиваются. Как? За счет правильного, сбалансированного питания и внутренняя философия уважения к себе проявляется. Я уважаю себя, поэтому я не ем булку, я не ем колбасу, я не ем консервы. Я уважаю и люблю себя, поэтому вот этого рациона у меня нет. Я не ем кетчуп, я просто беру нормальный помидор и делаю вкусный соус.